Всем привет! И в этом видео я попытаюсь превратить свои тонкие, безобъемные волосы в нечто вот такое. Сегодня мы будем делать локоны, причем не используя ни одно средство для укладки. Итак, первым делом я расчесываю волосы. Желательно, чтобы расческа была деревянной, чтобы снять статическое напряжение. Дальше я включаю плойку, у меня вот такая вот конусная, выставляю ее на 150 градусов и ставлю время на 8 секунд. Для моих волос это вполне достаточно, чтобы получить вот такой вот тугой завиток. Разделяю волосы на 3 части, мне понадобится только нижняя. Первая прядка у меня находится возле лица, поэтому я ее всегда буду закручивать от лица. А это означает, что плойку я завожу за прядь. Итак, 8 секунд прошло, и плойка мне пищит, что пора уже отпускать. Причем я отпускаю ее себе на ладошку, немножко придерживаю и отпускаю. Таким образом, завиток становится более тугим и таким, как спиралька. Следующую прядь я буду закручивать к лицу. Когда вы чередуете от лица к лицу, получается максимальный объем. При этом волосы не будут выглядеть единым локоном, это как будто будут объемные струящиеся волосы. С нижним слоем мы закончили, переходим к следующему. Опять те прядки, которые у лица, я закручиваю от него. Переходим к самому верхнему слою. Вот здесь вот самое интересное. Я начинаю с челки, и у меня на верхнем слое все прядки будут идти от лица. Если будете закручивать таким образом, будет легче укладывать и делать именно форму волос. Вот такие вот афрозавитки у меня получились. Конечно, они красивые, такие спиральки, но, как видите, объема у меня как не было, так и нет. Я прям очень прилизанная. Поэтому я начинаю разбирать все локоны пальцами, проходиться как будто по них, как расческой. Конечно, это помогает, но объем у меня появляется только снизу. У корней все тот же прилизыш. Поэтому я решаю воспользоваться магией начеса. Я беру расческу и начинаю просто жестко начесывать это все. Как видите, все пошло не так, как я думала. Ну, я все-таки не отчаиваюсь, я настроена на позитив. Поэтому все той же расческой, которую я делала начес, я начинаю просто приглаживать волосы. Потихоньку укладывать их, делать пробор, укладывать как бы каждую прядку, подыскивая ей правильное место. И в конечном итоге вот такая вот прическа у меня получается. Как видите, довольно неплохо, учитывая то, что ни одно укладочное средство не было использовано. Надеюсь, вам понравилось это видео. Если это так, не забудьте поставить пальчик вверх внизу. Мне будет очень-очень приятно. Подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропустить ничего нового. Можете посмотреть еще какие-нибудь мои видео, я буду очень-очень рада. А я вас всех целую и пока!